Форекс Форексом интересы, да, немножко смещаются. Изначально это было такое среднесрочно-долгосрочное направление. Одно время работал без стопов, я уже рассказывал, да, необходимо большой депозит иметь для того, чтобы более или менее выгребать именно в денежном выражении, потому что торговля без стопов – это крайне маленькие объемы для того, чтобы пересиживать какие-то движения против. Рынок фондовый, ну, так как нет возможности использовать там большие плечи, там 5-7 – это адекватно, да, там 50-е, 100-е плечо – это большая редкость, если только через синтетические инструменты, да, у брокеров есть доступ, некоторые акции подтягиваются, те же самые форекс-брокеры, и там можно с большими плечами работать. Ну, а крипта, обилие инструментов, просто масса, масса всяких площадок. Сейчас у меня вот глаз упал на децентрализованные биржи, там есть свои плюшки со своими рисками, но в целом тоже, мне кажется, такое перспективное направление. Начнем, наверное, по порядку. Крипта, так как обладает, да, такой высокой подвижностью, мне нравится, что довольно-таки часто происходят такие ситуации, когда можно поставить короткий стоп и забрать относительно большое движение, то есть именно по отношению к стопу. Если мы говорим про там, ну, более или менее, да, такие приемлемые ситуации, когда у нас стоп там около процента движения, бывает меньше. Сейчас рынок немножко не подходит для очень коротких стопов, но и то можно залезть и до процента стоп поставить. Что такое 1% стоп по отношению к движению цены? Если даже вот текущий день посмотреть и посмотреть разбежку, то есть много инструментов ходит там больше там, 5-6% за день. То есть если мы заходим где-то в начале дня, когда у нас там полная ТАР, либо технический запас хода позволяет, и заходим со стопом там до 1%, у нас потенциал движения 5-6 к 1 внутри дня. Я считаю, это очень хорошо с двух сторон. Первое, самое главное, да, когда мы можем забирать наши заветные 3-4 к 1 внутри дня. То есть зашли, забрали, вышли. Что будет дальше, хоть потоп, вообще не важно. Другая положительная сторона, когда инструмент удаляется от точки входа на значительное расстояние, мы имеем возможность с стопом в безубытке, который будет составлять там те же самые 3-4 к 1, если инструмент уже прошел 5 к 1, оставить там, скажем, половину позиции либо 25% от позиции в рынке и переносить через ночь. Так как рынок торгуется круглосуточно и 7 дней в неделю, мы убираем риски гэповых закрытий, то есть когда день открывается с гэпом за нашим стопом, и мы получаем, ну, либо недополучаем прибыль, если подъедает немножко, да, движение, либо получаем стоп-лосс больший по отношению к тому, что мы предполагали. То есть это вот что касаемо переносов. Поэтому интрадей, короткие стопы, и можно забирать более или менее движение. То есть в относительно, да, все всегда нужно мерить относительно. Есть монетки, я сейчас покажу, как на них подсматривать, да, те, которые такие горячие, что говорится, которые сильно бегают. У них тоже бывают ситуации, они двигаются без остановки, происходят резкие импульсные движения, дальше инструмент не откатывает, и если волатильность позволяет спрятать с коротким стопом залезть, спрятать недалеко, то можно забрать вот эту вот горячую монетку, пока она еще, что говорится, в игре. То есть это вот тоже как один из подходов. По биржам, да, то есть различные площадки, везде есть разные инструменты. Я называть не буду, да, там есть крупные, есть не очень крупные. Чтобы попасть на крупную, нужны одни средства и рычаги влияния, да, чтобы попасть на некрупную, со всякими щитками сильно много ума не надо, поэтому есть площадки, относительно, да, безопасная торговля. Заводим то, что не страшно потерять, то есть объем входа на сделку равен риску на сделку, и пытаемся вытаскивать иксы.
То же самое с децентрализованными биржами, всякого рода там токены публикуются, раскручиваются на вот этой раскрутке, их там разгоняют. Самое главное, как это, вовремя соскочить, да, не пересиживать. Я сейчас покажу один пример, который сходил там почти 150 иксов с момента выхода. И вот там была такая фаза, когда вряд ли кто-то пересидит такое глубокое снижение коррекционное. То же самое, как рассказы про то, что кто-то когда-то купил биткоин по доллару, а потом продал по 50 тысяч. Нужно спросить обязательно у того, кто это сделал, а он сознательно держал то, что купил по доллару до 50 тысяч. Я вот пока из тех рассказов, что есть, что видел, не встречал людей, которые купили там условно по 1000 и свято верили там в 70. То есть такие моменты, их тоже нужно немножко фильтровать. Потенциал классный, это все бегает далеко. Задайте себе вопросом, если вы положили там условный доллар, заработали на этот доллар 3, пересидите ли вы снижение в 2,5, ну, когда у вас от 4 останется 1,5. Я очень сильно сомневаюсь, да, то есть такие движения, можно во что угодно верить, но по факту маловероятно, да, высидеть такие глубокие коррекционные движения. Поэтому с криптой, с учетом, да, ее доступа, большие плечи, масса инструментов, и спотовый рынок, и фьючерсы, и вот эти дексы всякого рода, да, существуют огромные риски быстрых, манипулятивных каких-то движений, особенно если на монетках, монетки торгуются на небольших объемах. То есть достаточно лишь немного живых денег в рынок там вгрузить или вытащить, и мы увидим там резкие движения. То есть основные там монетки какие-то, либо сетевые монеты, там, будь то, ну, там, я не знаю, на примере там BNB, Solana, эфира, они, как это, обладают там существенным объемом внутридневным, именно торговым, и их быстро двинуть без каких-то новостных факторов навряд ли у кого-то получится. Да, конечно, это можно сделать, если как это скооперироваться, да, и толпой навалиться, но так как участников на рынке огромное множество, торгуют по всему миру, где можно, где нельзя. И таких вот манипуляций на тяжелых токенах их, ну, крайне мало. Поэтому и торговля относительно, опять-таки, все более безопасная. Поэтому монетки тоже нужно выбирать. Значит, ну, начнем, наверное, с текучки. Да? Я пару слов про биток. С прошлого эфира мало что изменилось, мы стоим в таком широком канале. Мне очень интересно, что будет внизу, если нас сюда вот пробросят, 59500. Я вам показывал карту ликвидации, да, здесь у нас первая пачка интереса, и вот там дальняя за 50 тысячами, там колоссальный объем на ликвидацию стоит. Если здесь будет закрепление, ну, вероятно, поедем дальше. Хотя я в глубине души, пока мы находимся в восходящем, таком у нас восходящее движение, откат, с которым мы сделали перехай, и тут вторая ступенька у нас получается ровно к откату, поэтому здесь у нас, если мы сюда вот провалимся, то у нас картиночка станет такая шортовая, там с подбросов можно будет продавать, посмотреть, что-то такое. Пока мы находимся выше, я все-таки приверженец лонговых картинок, если лонги ломают, я не лезу, шортовые сделки практически сейчас вообще не использую, потому что опять-таки на новостях бывает подбрасывают быстро и неожиданно. Ну и такой рынок стал немного тоньше, чем он был, когда мы двигались наверх, поэтому здесь тоже аккуратней. В связи с тем, что биток у нас стоит в такой широкой наторговочке, смотрим, там преимущество отдаем, да, тем монеткам, которые дают локальные точки входа. Локальные точки входа после вот этого снижения, самое интересное было, да, падающие ножи, которые успокоились, и вот здесь можно было подбирать. Были предположения о дальнейшем ходе выше, я там в пару монеток залезал, где-то отстопило, где-то сходили, то есть такое, у нас получается вот это все как откат, и мы внутри этого отката еще здесь пытаемся двигаться, то есть тут подслили, хай не обновили.
и в таком широком-широком боковике стоим. Сейчас биток больше похож на форекс, наверное, нежели на крипту, которая там долго копит, а потом долго идет. Из там интересного, да, что было ближайшее. Мне вот нравятся такие ситуации. Пролили, отстоялись, ложный пробой, хвостик есть, точку входа к хвосту ложного пробоя нарисовали, вход забрали. Дальше смотрел на продолжение, точки входа здесь нет такой проторговочки, да, с ретеста не полез. Обязательно, что было слева, необходимо посматривать. И здесь вот такая каша, которая может оказывать некое такое препятствие на пути следования, но тоже сколько-сколько, а там 6% инструмент сходил. То есть потенциал захода там с условным 2% стопом 8 к 1 за буквально несколько дней. То есть такие ситуации, они не редкие. Там, когда росли, на примере Тона, да, можно показать. Аналогичная картинка, да, только у нас не было вот этого снижения перед остановкой. И здесь просто дальше в рост, в рост, в рост. И к дневочке поджимались, и хвост ложного пробоя пробили с очень коротким стопом. Получилось такое, ну, колоссальное движение. Здесь тоже времени не так много прошло, но вот 40% движения дали. Как отбирать, на что смотреть для поиска таких ситуаций? Первое, самое главное, чтобы инструмент отстоялся, чтобы он был не в движении. Да, иногда там внутри дня, где-то, если в продолжение, где-то что-то дают, но не всегда, да, формируется точка входа. То есть движение идет, движения бывают хорошие, бывают очень хорошие, бывают колоссальные, там 100% на фьючах иногда бегают за день. Но в таких движениях точки входа вряд ли будет. То есть волатильность начинает разгоняться там откуда-то снизу, и проход уровня проходит именно, происходит на импульсном движении, и в такой резкий ход прыгать ни в коем случае не стоит, потому что будет скользить 100%, и открытие будет по отличной цене, и получается, что у нас увеличивается стоп, а если у нас увеличился стоп, там, мы хотели зайти условно там с 2% стопа, а нам дали стоп там 4-5, то и теперь мы должны забрать не 6, а там 15% движения, а вот это уже такое под вопросом, да, ну, бывает, не спорю. Значит, отстоявшиеся инструменты, да, то есть мы должны находиться, постоять перед уровнем какое-то время. Что в этот момент происходит? С момента первого подхода, когда мы фиксируем какой-то экстремум движения, и затем инструмент откатывает, вот в этом откате начинают залезать продавцы, и стопики они свои прячут непременно за экстремум. И пока здесь инструмент колбасит, болтает, заходят новые участники, и здесь все стопиков больше, больше, больше. И в какой-то момент, да, критическая масса нарастает. И если вот этот совокупный интерес заинтересован выдвигать цену дальше, то мы увидим поджатие к верхней границе, если хотят двигать вниз, то к нижней границе. И затем происходит импульсный выход. Импульс происходит за счет того, что продавцы кроют свои позиции по рынку, потому что для того, чтобы закрыть продажи, необходимо купить по рынку. А стоп ордера – это, ну, 99%. Можно, конечно, лимитами выходить, которые не сработают. Но 99,9% стоп-лоссы – это рыночные стоп-лоссы продавцов, это рыночные покупки. Плюс такие же, как мы, участники, да, сидящие в засаде, ожидающие выхода в пробойную плоскость, и вот непременно присоединиться. То есть продавцы закрывают продажи – это покупки, и покупатели, жаждущие купить – это тоже покупки. И вот это вот все сложилось, и мы получили импульсное движение. Такое тоже бывает, да, чаще при закрытии позиции, когда там тоже цепляют какие-то стоп-лоссы, либо новости. Ну и проливы, они работают все абсолютно одинаково. Я присылал, наверное, но так в двух словах, да, когда мы упали и не отскакиваем, нас вот сюда прижимают к точке остановки, мы получаем импульсное движение. Здесь все то же самое, да, у нас здесь начинают покупают, и стоп-лоссы расположены за такой вот критической точкой. И как только мы ее проходим, покупатели тут же выпрыгивают из позиции, и это вызывает такой как бы каскад сделок
по продаже, и инструмент быстро-быстро сливает. Это работает одинаково на всех инструментах, и крипта, и фондовый рынок, и на Форексе. Единственное, на Форексе таких вот прям красивых поджатий их будет все-таки поменьше, потому что рынок не централизованный, и лимитные участники, ну, они так или иначе проявляются, конечно, но не так красиво, как там, я не знаю, взять фондовый рынок. Просто как пример, мы здесь с ребятами сидели, занимались на курсе, и просто вот попалась картинка, это фондовый рынок, и здесь все то же самое, да, вот мы падали, тут вроде пытались выкупить, как сквиз получился, и нас обратно сюда прижали, ну и с открытием мы провалились, тут не шибко много, да, но все равно 2,8% за буквально там один час, я считаю, для фондового рынка это отличное движение, бывает в две стороны, да, то есть туда-обратно. Наша задача изыскать возможность постановки короткого стопа и поучаствовать в понятной сделке там, где мы ждем, да, там до дома нетка, то же самое. Проваливались, есть остановка тут, ну, локальная, да, и приехали, тут уже каша получилась, ну, вот к хвостикам опять поджатие, маленькая волатильность, и движение уже поинтереснее, чем было на XS, то есть такого рода. Ну, вот из неприятного Litecoin смотрел сюда же к откату, пришли, постояли. Картиночка была неплохая в движении. Вышли пилой. Вроде дали импульс дальше, потом начали здесь обратно поджимать. Мне не нравятся такие ситуации, я предпочитаю закрываться. Вот эти вот зелененькими закрыло, там меньше одного риска профита, но сэкономленный стоп-лосс – это тоже на дистанции плюсово, скажем так. Нужно, самое главное, жесткий критерий выработать, опять-таки, где вы будете закрываться, если сделка пошла не по плану. Такие вот моменты. И последняя, как это, последняя интересность, куда у меня пал взор в последнее время – это децентрализованные биржи. И вот один инструмент из обзора, я подсматриваю там за командой ребят, кто забирает, занимается отбором этих инструментов. И просто для себя, да, собираю, я там собрал табличку себе небольшую на 100 с небольшим инструментов, и в среднем они там ходят больше половины монеток, хотя бы 3 к 1 дают. Вот... как пример, да, с момента там обнаружения, когда она попала на радары, вот максимальный ее ход составил там 147 иксов. После того, как мы от лоя делаем вот это движение там в 60 с лишним иксов, мы получаем там 85-90% снижения с максимальной точки, да, сюда вот вниз. Вот для того, чтобы забирать 150, мы должны вот это все пересидеть. Оно нам надо? Вопрос, да, я полагаю, что не надо, поэтому где-то там подбирать в продолжение и все такое прочее возможно, но изначально, да, вот это первичное движение. Есть другие примеры, где ход обратный, да, там вот как-то прогнозируемого, да, все время она падает. И там в ожидании каких-то движений, да, хорошо бы здесь дождаться какую-нибудь картинку лонговую, с каким-нибудь заходным импульсом, там, поджатием и туда вот в продолжение. Но вот пока этого нет, так его потихонечку убивают. На обычных, да, монетках, которые торгуются на централизованных биржах, такое, конечно, тоже бывает, но все равно, если монетку листят, значит, там уже есть и денежка побольше, и интерес участников для того, чтобы толкать ее, да, что говорится. Вот, по основным моментам, наверное, все. Более детально, ну, с ребятами вот разбираем на курсах и показываю, рассказываю. В принципе, я не думаю, что тут что-то прям такое граальное. Горячие монетки, ну, по объему можно отбирать в стандартном скринере. Вбиваете, да, USDT, чтобы тут не было всяких, потому что бывает и к валюте, и все такое прочее. И можно посмотреть там, где кратный рост объема. АМБ, вот как один из примеров, да, движение, если внутрь дня заглянуть, здесь движения не супер большие, но вот в какой-то момент начали заливать объемы. Поэтому
быть может, да, возможно, что кто-то крупный покупает разово и по многу, и вот, ну, я ее поставил посмотреть. Для того, чтобы в нее зайти, мне вот нужна какая-то опора, здесь вот постоять, поджаться узенько, и тогда я, может быть, поучаствую. Ну, это такое, как факультатив больше, да, то есть у меня нет цели, там, я не то, что прям отслеживаю там действия каких-то крупных участников, я просто предполагаю, что если кто-то много покупает, значит, он знает чуть больше, да, и если это происходит, можно попробовать поучаствовать, но не так, что увидели там кратный рост объема, покупаю на всю котлету. Нет, конечно же, обязательно своя точка входа, своя логика входа, да, и принимаем уже торговое решение. Без этого никуда. В этом всем поможет алгоритм и наработка первичной статистики, чтобы вы понимали, что у вас больше работает, в какие инструменты стоит лезть, в какие нет, какие ситуации вам больше подходят, потому что я вот, ну, не так давно начал торговать именно пробойные картинки, хотя до этого всю жизнь работал именно импульс-ретест, то есть пробитый уровень и подход к нему уже с другой стороны, то есть формирование либо подтверждение зеркальной плоскости. Мне это было интересно. А сейчас больше так чаш весов именно в пробойной картинке.